Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Алло. Здравствуйте, пацаны. О, Джеймс, братик. Да, здорово. Ну, извиняй, я тут ничего можно не решаю. Можно главного вашего? Сейчас будет попробовать. Или ответственного. Да, где Цезарь? Цезарь, иди сюда. Где-то там. Пойдем отойдем. Где Цезарь, лидер Бладцев? Серьезно? Да, 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 да. Так я же говорю, в их составе был. Я сразу пить буду. Привет. 90% гетто в нашем составе. Бонна, блядь, попустись и встань сзади быстро. Не 90%. Не, ну Хакаги мы не. Опа, знаем. Дэвис, это ты? Да. Да. Так ломан ли, Дэвис? Ё-моё. Я сразу поеблу узнал, прикинь. А хули его хайспидного это сделали тут на решетку? Ребята, у вас в ваших рядах Джордана Бека нету? Просто этот чел мне 200 косарей торчит. Давайте, пацаны, я заместитель. Давайте. Давай, Джеймс, говори в этот раз ты. То я? Короче. Да. Не нравится ему, да. Как вы двигаетесь. Да, у нас пути с вами разные. Ну там есть свои косяки у вас. Ну только расскажи, когда. Так рассказывай, какие косяки, блять, алло, по факту, пожалуйста. Ну ебать. Ну ебать, по факту. Вам что это рассказывать? В смысле? Ты приехал, задвигаешь нам, что мы как-то неправильно двигаемся, и такой типа, да неважно, есть там косяки, рассказывай тогда за косяки напрямую, в чем проблема-то? Вы, блядь, приехали оравой, не можете двум людям объяснить, какие косяки или что? Красный одень. Оху, мы это... Категория, мне это не я, надо да. тебе ничего рассказывать. В смысле да тебе не надо? Вижу. Ты пришел, тогда предъявляешь нам за наше движение, тогда блядь, и говоришь, что тебе не надо мне ничего рассказывать. Позови того, кто будет рассказывать. Давай позови тогда сделаем. Старшего своего. Вот старший рядом со мной стоит. Ну так вот, пусть тогда старший рассказывает, говорит, если раз ты не раз можешь, не ну расскажи. Какие у нас косяки-то, расскажите, пацаны, нам интересно. Джеймс Хоризон. Да, да, я понял. Ваши люди нам так. Дорогу, понимаешь? Где? Перекрывают. Где, как, когда? Перекрывают, блядь. Когда мы их когда им помогаем в гетто против подрешников и так далее, сиди, и говорим... Что? Да, им, у нас мы люди помогаем, по гетто не берут. Ездят пока что. Мы сейчас когда это было? Я видел. Я понимаю, что ты видел. Когда это было, братик? Брат, на этой неделе. Ну когда конкретно? Во вторник. Ваши люди сегодня... Ваши люди сегодня приезжали... Ваши люди сегодня приезжали к нам, и лично два человека на мотоцикле приехали. И завалили моих трех людей. Я понял, доказательства какие-то. Цезарь, пойдем отойдем. А я должен был видеосъемку, что ли, вести? Обязательно. Снимать, как моих людей валят, что ли, блядь? Обязательно. Были, нет? Или черные были, брат? А еще что? Может, вам еще да, черные были. Что только потому, что мы черные или что? Подожди, тише, Дэвид, слышишь, тоже, что ты выебываешься, стоишь? Отойди отсюда. Нет. Ум, как обычно, агрессивный. Не, парни, я могу ошибаться, как бы, но у вас старший вчера только залетел. На какой этой неделе это могло быть? Это сегодня было. Чел сказал, сегодня, было, только что во вторник было, чел сказал, да. Я про гетто говорил. Что какой ты про гетто говоришь? Во вторник нас, братан, не было. Ты только что сказал, что к вам приехали, а теперь ты говоришь, что ты про гетто говоришь. Это как? Да он ебать, что у вас есть какая-то причина? В смысле, вы можете кто-то один нормально рассказать по фактам? Да, Бруно. Можешь сказать? Можно. Конор говорил, что во вторник, что когда мы помогали, вот они, меня тогда не было, что они помогали. Давайте вам, мы это опустим, это было со старым лидером. Сегодня блядь. Было два. Алло, это да, был другой лидак, о чем ты говоришь? Это, во-первых, я во-вторых, нас тогда еще не было. Я тебе сейчас говорю, что Конор говорил про вторник. Про я что? Понял. А сегодня-то что тогда было, я понять не могу. Вы я можете я говорю, как-то с доказательной базой нормальной, как мужчины? Я не снимал, как ваши люди валили моих. Тогда как ты можешь утверждать, что это были именно наши люди, я понять не могу. То, что они мы были в красной ваши... одеты, это типа вообще хуйня, поверь. На чем приехали-то дружить? На вашем фракционном мотоцикле. Что значит фракционном ребята? Мотоцикле, я не понимаю твоих слов. Ну вон ваши тачечки стоят вон у всех. Ну тачечки есть, а что такое фракционное? Какого цвета там был, дружище? Не притирайся. Нажать к клубу. А? Под цвет клуба? Мотоцикл? Подожди, под цвет клуба ты сказал? Да, да, да. А вы вообще в курсе, что как бы красная машина каждая вторая в городе, как и мотоцикл? Съездите к байкерам, посмотрите, сколько у них красных байков стоит.
Извиняюсь, что... Я понимаю, вы к словам будете придираться? Мы приехали так, вас забить. Так, вы приехали, мне... Ну, мы прям приехали, говорить, что, объявить типа, войну. Моя банда. Почему вы тут какие-то доказательства ищете? Переходит. Получается, причина каждый нужна. Второй человек... Потому что кстати, тебе нужна причина, чтобы забить мне вар, алло. Мы тебя назвали причину. Это не так причина, это не ты причина. Приехал, во-первых, просто словами раскидываешься, у которых нету, блядь, никаких доказательств. Вроде причина вара, допустим, когда ты приезжаешь, или мы убиваем ваших там, ты понимаешь это или нет? Начнем с этого, и то это маленькая самая причина, по которой можно вар забить, самая мизерная, понимаешь, челик? Ребят, типа скажите, вы хотя бы такова... сделайте... Подождите секунду, блядь, так и скажите, причина такова, вас мало, блядь, мы... Нас много, мы сильные, мы хотим территорию отжать, так и скажите, пацаны, мы что... Мы сильные, мы слабые, ой. Вот, все. Ну вот, видишь, всё, один президент. Ты лидер-то у них, да? Можно познакомиться с тобой, нет? Не, я не лидер. А кто лидер, лидер? Ребята, ну давай я тебе просто руку пожму, ты вроде за лидера теперь будешь, не? Таня. Ты хоть единственный сформулировать смог. И чего? Так, хорошо. Мы слабые, вы сильные. Чего вы хотите теперь? Войну с вами. Так. Все, забил войну? Что давай, для этого нужно? Это все война, нужно, да? Что вам для войны? Давай в Сэнди Шорсе на заброшенном аэропорте завтра в 11. Завтра в 11? Чего? Ебать, ты серьезно? Ты не рофлишь, блядь? То есть это 23.00, так и запишем, дружище. Погоди, погоди секунду. Да стой, давай по-другому, можно по-другому? Пацаны, я понимаю, вы люди неопытные, как бы. Вон у пацанов, я смотрю, за твоей спиной как бы ножки-то дрожат, как бы. То есть, ну, блядь, сыкотно немного. Ну, пацаны, вы не волнуйтесь, все у вас будет заебись. Типа, аэропорт Сэнди Шорс, через 15 минут забиваю вам стрелу. Давайте, до свидания. Давай, и не сыкайте, главное, все. Все, вы главное. Через 15 минут Сэнди Шорс, да, не волнуйтесь, не сыкайте, все у вас будет хорошо. Ну, такое, ебать. Че, у тебя 15 минут не хватит до респы доехать? А вы успеете собраться вообще, типа? В смысле, а мы собраны, у нас все здесь. Ну, вам же накраситься нужно, нет? Ой, ебать, а вот это уже пошел лишний пиздеж с твоей стороны. Мы так красивые, парни, а вы нас на перестрелочку не подкинете, таксисты? Ля, кстати, да, банда таксистов, можно с вами подкатить, как бы, типа, сколько берете? Бабки есть, бабки есть. Бабки есть, по факту. Базара ноль, ебать, довезешь до стрелы? Он лидер, бля, сразу. У тебя еще люди за слова не отвечают. Я-то в рот ебал. У вас 14 минут, кстати, время тик. Ну я сразу за троих лидеру передал, там это. Довезете, ладно. Бля. Раньше, пацаны, целуем, обнимаем вас. Всех любим, всех любим. Да, давайте не протекайте, да, через одну дырочку. Да ладно, вы не рычите, блядь. Пошутили, мы по приколу же. Блядь, ты, по-моему, машину. Так сыкует, что своего забыли. Пацаны, такси, стой, не дави. Закрываю глаза, летаю и напеваю, ла-ла-ла.